Только не выкладывай в YouTube, я тебя прошу. Ну, я сейчас выложу, либо ты меня сейчас разбаниваешь, либо я сейчас выложу, быстро. Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер. Сегодня вас ждет нестандартный ролик, потому что мне написала мама читера, которая возмущалась тем, что ее сына забанили, и одновременно требовала, чтобы я зашел на сервер, построенным читером специально для меня. Чего? И сначала я даже не думал туда заходить, но все дошло до того, что его мама стала буквально умолять меня и даже предлагать деньги, чтобы я оценил сервер этого читера. И мне это сразу показалось подозрительным, но я все-таки решил посмотреть, что же это за сервер такой, что мне даже готовы заплатить. Я готова вам заплатить 5000 рублей, если вы просто зайдете и поговорите с ним немного. Но больше всего я офигел не от этого, а от того, что в итоге все оказалось совсем не так, как я думал. А этот гаврик оказался не только читером, но еще и наглым обманщиком. Сейчас вы сами все увидите, но если честно, так надо мной еще никто не издевался. Твой сервер крашеный, тебя прям тут забаню. Ну а я вас попрошу просто набрать 100 тысяч лайков и ответьте мне на вопрос. Если ты не читер, то поставь лайк на это видео, а если ты играешь с читами, напиши в комментариях почему. Посмотрим, сколько нас таких. И заходи на лучший гриферский сервер Real World, тайпи у тебя на экране в описании. Тем более, скоро будет глобальный новогодний вайп. А если эту команду пропишешь, еще и подарок получишь. И знаете, с чего я в шоке? То, что до 5 миллионов осталось совсем чуть-чуть, поэтому подпишись на канал, поставь колокольчик. Это будет лучший подарок мне к Новому году. И как раз увидите юбилейный ролик на 5 миллионов. Так что ставь колокольчик, чтобы его не пропустить. Ну а я вам желаю приятного аппетита, и мы начинаем. Вы не поверите, но мне написала почти вся семья этого читера. Мне написала его папа, мне написала его бабушка, и мне написала мама этого читера. И вам, наверное, интересно, а почему мама читер? Да потому что она мне писала 24 ноября. Здравствуйте, моего сына забанили просто так на вашем сервере. Меня это не устраивает, разбаньте его. Вот его никнейм. Кирюха Промост. Где? На скриншоте он получил бан за щиты, и видно то, что он играет с щитами. На этом скриншоте видно, что он играет с щитами, его забанили за щиты, а мама его просит, чтобы я его разбанил. Так вот, что же мне написала его семья? Здравствуйте, Сергей, я мама вашего подписчика, который играет у вас на сервере. Также сын много раз пытался попасть к вам в ролик и создавал сервера для вас. Вы же понимаете, что это, во-первых, живые люди, а во-вторых, это дети. По-вашему, нормально вот так просто обещать участие в ролике, а потом игнорировать, как ни в чем не бывало? Кирюша целый месяц строил для вас сервер, а вы не только не сделали, что обещали, а еще и удалили его со своего сервера. Если вы там еще совсем не зазвездились, будьте человеком, придите на его сервер и хотя бы посмотрите, ребенок старался. Я немножко удивился от такого сообщения и написал ей. Здравствуйте, я извиняюсь, но я никому ничего не обещал. Я уверен, он старался, но некоторые сервера просто не соответствовали требованиям. Невозможно всех вставить в ролик, потому что так оно и есть. Ей мой ответ, к сожалению, не понравился, и она мне пишет. Вам вообще наплевать на чужое время? Я вам говорю, мой сын много раз пытался попасть к вам в ролик, а вы каждый раз его игнорируете. Может, вам вообще все равно на своих подписчиков? На что я ей отвечаю, к сожалению, я не могу вставлять каждый сервер в ролик, еще раз извините. И вы не поверите, она мне пишет. Уделите хотя бы 15 минут своего времени и порадуйте ребенка. Я готова вам заплатить 5000 рублей, если вы просто зайдете и поговорите с ним немного. И такой смайлик. Раз меня так просит зайти на сервер, я думаю, там, наверное, что-то невероятное, и пишу ей. Платить ничего не нужно, скиньте, пожалуйста, IP сервера, куда зайти. После чего она скидывает мне IP адрес сервера и пишет. Зайдите, сын вас ждет. Я захожу на этот сервер, который вас сейчас удивит. A few minutes later. Мы заходим на этот сервер. Чего? И это он строил целый месяц. Домер. Ох, нафиг Домера. То есть мне предложили зайти на сервер, где меня просто-напросто, ну, скажем так, оскорбляют. Здесь вообще антидомер. Это, здесь этот сервер называется Домер Лох сервер. То есть ее сын, Кирюша, попросил написать свою маму, чтобы я зашел на вот этот сервер, где он меня просто ненавидит. Он мне на лбу жопа написал. Здесь куча перевернутых молотков каких-то. Я думаю, здесь без Зенни не обойтись. Зенни! О, видел? Домер Лох. Я захожу. Он заходит. A few minutes later. Пойдем-ка посмотрим, что тут еще помимо Домер Лох есть. Этот сервер, он строил целый месяц, вы представляете? Кирюша, он даже на сервере. Его мама попросила нас зайти оценить. Давайте хотя бы прочитаем правила этого сервера. Запрещено выражать уважение к Домеру. Запрещено соглашаться с Домером. Запрещено быть Домером. Запрещено быть подписанным на Домера. Запрещен ник, похожий на ник Домера. Запрещено не быть хейтером Домера. Запрещено лайкать Домера. Запрещено писать позитивные комментарии. Я тебе скажу забавную новость. Я нарушил все эти правила. Нет, это я нарушил все эти правила. Потому что у меня никнейм Мистер Домер. Давайте посмотрим, что же на этом сервере есть еще и почему меня ее сын ненавидит. Хотя он попросил по-любому 100% свою семью, чтобы они мне написали, чтобы я зашел на этот сервер. Давайте посмотрим. Здесь у нас перевернутые молотки. Правильно, Зенни? Нет, это...
И нас встречают вот такие вот таблички, где написано «Домер свинья», «Домер жиробас». И, в принципе, вот это все, скорее всего, придется замазать, потому что это, скорее всего, вы сможете увидеть только в моем телеграм-канале. Поэтому, если вам интересно, что здесь, можете зайти в мой телеграм-канал. Ёкарный ты чебурек. Человек-аргумент. Я все понимаю! Но это мой скин. А вот это перевернутый молоток. Будем это называть вот так. Что я ему плохого сделал? Мне предлагали 5000 сюда зайти. 15 минут уделить ребенку. Вот мы сюда зашли. И что я вижу? Здесь есть музей клоуна. Мне кажется, или мама этого читера даже не знала, что находится на этом сервере. Я даже не знал! Давайте ему напишем хотя бы привет. А, вот он стоит. Стоит. Давайте зайдем в этот музей клоуна, посмотрим. Потому что, ну, мне же интересно. Раз меня позвали на этот сервер, который строили месяц, и что я его не показал в ролике, вот, теперь показываю. Давайте посмотрим музей клоуна. Здесь у меня на лбу написано то, что я дебил. Здесь написано, что я жирная крыса. Здесь у нас клоун и брат клоуна. Да не, красивые стоим. Ну да, если надпись убрать, то красивый. Вот так вот. Так, что у нас здесь есть еще интересненького в этом музее? Покакал доволен. Тра-та-та, и понятно, все. Здесь я с шаурмой хожу довольный. Здесь у нас еще разные постройки. Здесь мне что-то намазали. Здесь я вообще какой-то Мухаммед-таксист. Ля, Кирюха промоз, шо это? Что это такое? Здесь они почему-то добавили еще мою попу. Я разрешение не давал вставлять свою попу на сервер. Здесь получается, я в руках не знаю, что я держу, наверное, какашки. А это я пукнул и взлетел. Вот это вы клево придумали, спасибо, Кирюша. Здесь картошка, здесь идиот, и это нормально. Это не нормально, потому что это неправда. Спасибо, брат, поддержал. Что тебе надобно? Он написал, слышь, ты домер? А то, что я с твоей мамой переписывался, и она мне написала, зайдите на сервер. Ты вообще с ней не бом-бом, не контачишь? Ладно, хорошо. Я домер. Ахаха, я тебе не верю. Чем докажешь? Ну, то есть, он меня на своем сервере как можно только... скажем так, нагрубил. А сейчас я ему еще и должен доказывать, что я настоящий домер. Я, правда, настоящий. Мне просто интересно, что на этом сервере есть еще такого, что прям меня умоляли зайти на этот сервер, деньги предлагали. Он написал. Ладно, сейчас затестим. Иди за мной. То есть он еще как-то собирается проверить, настоящий я, либо же нет. Здесь написано даже клоун. У меня нет слов. Нафига я сюда зашел? Чтобы самого себя поуграть, да? Вот лицо мне шариком сделали. Что это еще? Мой скин. И сверху мне наложили какашек. Типа я обосрался. Спасибо, уважаемый, хотя не уважаемый, Кирюха Промост. Что вы за не скажете насчет этого? Я считаю, что этот сервер воплощение вранья. Мне же мама его написала, зайдите пообщайтесь с ребенком. Я хочу с этим молодым человеком пойти в Дискорд. Пошли в Дискорд. Сначала докажи, что ты домер. Ладно, к сожалению, у меня на лбу не написано, что я домер, но мне нужно сейчас доказать. Точнее, мы сейчас будем с тобой доказывать, домер я или нет. Он написал. Отвечай на вопросы. Сколько IQ у домера? Давай посмотрим, какие тут варианты есть. IQ 100, 30, минус 5 и 90. Я понял. И какое мы выбираем? Ну, видимо, у него минус 5, поэтому минус 5 ему ставим. Какое из этих слов лучше всего описывает домера? Варианты ответов. Красавчик, придурок, да. Клоун, нет. Либо же умничка. Да. Если быть честно, то тогда вот умничка. Но зная нашего читера... Кирюха Промост, я не знаю, может до этого сервер был нормальным, а из-за того, что я долго не заходил, он решил его переделать, и получилось домер ох сервер. Поэтому я думаю, что, ну, скорее всего, клоун. Ну или придурок. Клоун, ну... правильно, ладно, давай вот это. Что бы вы сделали при виде домера? Ну, лично я каждый раз говорю ему доброе утро. Вариант ответа. Сфоткался бы, пожал бы руку, сказал бы спасибо за ролики, либо же обоссал бы. Уважаемые подписчики, а что бы вы сделали со мной при первой же встрече? Я бы, наверное, сам себе сфоткался, либо бы пожал руку, либо же сказал спасибо за ролики. Но я думаю, что наш многоуважаемый Кирюша, он бы меня обоссал при первой бы встрече. Хотя я бы на него посмотрел, как бы он меня обоссал. Давай просто этот ответ выберем. Это правильно. Это правильно! Я хочу его маме написать, потому что, ну реально, она хотя бы сама знала, куда меня зовет. Насколько ужасные видео у домера? Оцените от 1 до 10. Ну, в принципе, тут 1, 10, 4, 7. Ну, тут, в принципе, ответ очевиден, что тут. Ну, 1 точно мы не поставим. На 10 баллов, по его мнению, да, Кирюшенька? Да? Кирюшенька, да, смотрите, говорит, да. Смотрите. А почему такие вопросы? Точнее, ответы. Потому что домер чмо. Почему? Потому что он домер. Проходи тест. Резче. Хорошо, и следующий у нас вопрос. Какое из перечисленных блюд самое отвратительное? Дайте угадаю. Оливье, окрошка, винегрет, пельмени. Блин, а тут нету на самом деле хреновых-то блюд, я все люблю. Смотри, мое самое любимое блюдо это окрошка. И я так понимаю, раз он мой самый такой хейтер, то он по-любому знает, что мое любимое блюдо окрошка, и он сделал его самым ужасным.
Это правильно. Нафига я сюда зашел? Он еще пишет: ого, что ого, вы прошли? Да ладно. Да ладно, как же трудно было пройти. Тут просто выбирай самый ужасный ответ и все, и проходишь, прикинь. Знала бы твоя мама, что ты за сервер построил. Пошли в Дискорд. Вы еще не доказали, что вы не фейк. Сейчас, короче, махач будет между нами. Если ты победишь, может, я тебе и поверю. И он телепортировал сюда своих друзей. Ярик, Бро, Димасик, и у них почему-то у всех стоит мой скин. 3, 2, 1, сейчас будем сражаться с нашими хейтерами. Давай Димасика, Саш. Оп, Димасика, Димасика. Забираем сначала Димасика, в первую очередь. Все, минус Димасик. Хорошо, Димасика. Потеря вот этого, вантузный мэн. Ой, я, Саш, тебя случайно ударил, прости. Все, одного забрали и последний остался. Ярик, бро, забирай его. Ой, по хп, Саш, не меня. А, ты его забрал? Да. Приколдесно? Мы только что сдрючили хейтеров. Куда? Ну ладно, ты вроде неплохо вывозишь пока, но у меня есть еще один способ проверить, настоящий ты или нет. И чтоб вы понимали, это полностью комната, которая состоит из антидомеров, где меня, точнее мне, кое-что, ну, понимаете, да, в одно место суют. Итак, последний тест, разденься. Видишь пустой поршень? Становись. Зенни, как ты думаешь, мне вставать сюда? Конечно, попробовать, ну как-то надо размять кости. Я думал, ты меня поддержишь, ну ладно. Хорошо, я встал. Что дальше? Тебе понравилось? Мне не понравилось. Домеру бы понравилось. С каких это пор мне вот это должно нравиться? Если это сервер, это сервер моего хейтера, почему он должен мне нравиться? Пошли в Дискорд. Я докажу, что я не фейк. Он мне даже ничего не ответил. Он написал: теперь пройди этот паркур. Какой может быть паркур? Мама мия, уно моментус поправитус. Где вы такое видели? А ну, Зенни, эксперт. Ладно, я буду первым. Как говорится, а что у нас выбор есть? Мы можем выйти, но я хочу с ним поговорить в Дискорде. Поэтому у нас как бы выбора не остается, как только прыгать по перевернутым молоткам. Поэтому мы сейчас как бы не сдаемся. Включаем наш большой потанцевал. Это мой персонаж, да, я так понимаю? Да. Ой-ой-ой, а что там аккуратно, такое? Аккуратно, Зенни. Давай. Финишная прямая. Мы можем. Али, оп, сейчас я прыгаю. Опа. Он еще в нас, сука, стреляет, а? Он меня попал, и я умер. Проходи сам. У меня только один вопрос. А почему я должен паркурить и залазить в свою попу? Скажите мне, пожалуйста, я все понимаю. Ну почему этот паркур ведет в мою попу? Ладно, прыгаем. Опа, я запрыгнул на этот перевернутый молоток, и мне нужно сейчас залезть к себе в штаны. Ладно, ну давайте прыгнем. Слышишь ты, проверка на читы или бан. Лив бан, игнор бан. У тебя 3 минуты, быстро в Дискорд пиши. Я так понимаю, он зазубрил вот эти вот сообщения, когда его вызвал модератор. Ну правда, они по-другому пишут. Но он решил теперь отыграться, представляете? И проверить меня на читы. A few minutes later. Он мне уже звонит в Дискорде. Давайте возьмем трубочку. Алло, 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 домер, алло, это ты? Алло, привет. Блять, такого хуя, ты меня забанил, блять, на сервере Really World, разбань меня, блять, разбан! Или я тебя сейчас забаню тут за читы. Кирюша, у меня один вопрос, почему я тебя, во-первых, должен разбанивать за читы, а во-вторых, почему ты так со мной разговариваешь? Да потому что банят меня ни за что, задрали, я сейчас просто тебя забаню, и все, и у тебя не будет никаких действий. Ты понимаешь, что тебя никто уже ненавидит? Ты уже всех задрал. Включай демонстрацию экрана, Ика, я буду тебя проверять на читы, потому что я знаю, что многие говорили, что ты читер, блядь. Ты хочешь проверить меня на читы после того, что ты построил на своем сервере, да? Да, хочу тебя проверить, да. У меня читов нет. А вот включай демонстрацию, сейчас проверим. А без демонстрации ты мне не веришь, да, что у меня читов нет? Нет, не верю. Хорошо, смотри. Ага, значит, F3. F3 нажал. Ага, ну теперь нажимай правый shift. Правый shift, нажимаю, нажимаю правый shift. Ты не нажимаешь правый shift. Значит, заходи в настройки. Угу, настройки. Наборы ресурсов. Наборы ресурсов. Night Vision, это что? Это ночное зрение. TNT-1, это что? Это текстурпак на ТНТ. Ага. Ну я все равно еще ничего не проверил. Ты, наверное, подготавливался там, да? Какой подготавливался? Я не знал, куда я захожу, что будет проверка на читы. Так, что там тебе еще показать? Папку с наборами, да? Да, да. Открывай все. Ручка Майнкрафт нажимай. Угу. Опа, скрипт. А ну нажимай. Yeah. Вот он, да. Опа, угу. Папка пуста. Ничего нету, да. Угу, versions. Нажимай. Ну, вот что. У меня здесь
Fabric Sodium. А ну-ка нажимай на 1.16.5 версию. Вон, Forge Optifine. Forge Optifine. Ну давай, давай. Так, Fabric или Forge? Нет, Forge. Optifine или Forge? Нет, Forge Optifine. Forge Optifine. Ну давай, Forge Optifine. Давай. Native S, вот, нажимай. Вот, смотри. Ага, вниз листай, вниз. Все. Ну ты готовился, я так понял. Да никто готовился! Ты готовился, я знаю. Я знаю таких. Абоб. А ну нажимай на Абобу. В Абобе у меня Тумкомод, Окулус, еще какая-то штука. Тебе каждую папку открыть показать? Не-не-не. Видос. А ну-ка. Вот. Ага. А что это видос? Что это видос такое? Это папка, которую я использую, когда ролик записываю. Моды. Либо ты меня сейчас на релике разбаниваешь, либо я тебя прям тут сейчас баню и выложу в Ютуб, как тебя унизили. Ты меня услышал? Ты меня забанишь и выложишь в Ютуб, как ты меня унизил? Да. Может, не надо, пожалуйста? Нет, разбанивай на релике меня. Пожалуйста, не надо. Я не шучу сейчас. Только не выкладывай в Ютуб, я тебя прошу. Ну, я сейчас выложу. Либо ты меня сейчас разбаниваешь, либо я сейчас выложу. Быстро. Не надо, пожалуйста, я сделаю все, что угодно. Только не выкладывай в Ютуб, как ты меня банишь, ладно? Только ты меня давай разбанивай. У меня вопрос. А ты не боишься, что я сейчас это все передам твоей маме? Лох, это я тебя писал с их аккаунтов, я тебя развел как лоха последнего, и сервер я твой тоже крашну. Ну ты же понимаешь, что я тебя все равно не разбаню. Нет, ты меня должен разбанить, или я твой сервер крашну и тебя прям тут забаню. Да ты что? Прям забанишь? Прям забаню. Ладно, все, пока. Ты куда, алло? Ну, раз меня все равно забанят на сервере, где меня ненавидят, на который мне все равно, пока я еще не в бане, я вас попрошу просто подписаться на канал, потому что до 5 миллионов осталось чуть-чуть. Лучше заходите на Really World IP, у вас будет в любом случае на экране и в описании. И давайте наберем 100 тысяч лайков, чтобы мне не было так грустно, потому что сегодня меня оскорбили миллион раз, а еще забанили по вот такой прекрасной причине. Поэтому обязательно посмотрите ролик подо мной, где Зенни взломал мой компьютер. Это вам не шутка. Ну и справа тоже ролик, ничего такого, но подо мной больше всего советую. Напишите в комментариях, что делать с этим хейтером. А сам буду думать, всем пока.